Доброе утро. Сегодня я выполнил асаны, которые по силам всего десятку людей на планете, и закончил шавасаной, позой трупа. Но знаешь, довольно с меня йоги. Я ее превзошел. Ты превзошел йогу? Да. Да, пора двигаться дальше. Куда? Не знаю. К чему-то более экстремальному. Порой я боюсь, что тебя может остановить только реальная шавасана. Нет, не смерть, ну что ты? Жизнь! Я восхищаюсь жизнью! Да неужели? Да. У тебя есть новый клиент. Я знаю, ты любишь трудности. Характеристики мишени пришлю сейчас же. Клиент полагает, что мишень охотится на него. Хочет, чтобы работу сделали быстро. Ясно. Кто это? Я никогда не задаю лишних вопросов. Не хочешь задержаться? Мы к этому вернемся. Дело в моей работе. Становится все труднее и труднее браться за эти задания. Вы говорили об этом на прошлом сеансе. Можете взять отпуск? Нет, 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 это не вариант. В моей работе важно оставаться на связи. Но вы так и не рассказали, чем занимаетесь. Удаляю опухоли, я хирург. Что ж, придется поверить вам на слово. Знаете, у меня есть другие пациенты, занимающиеся медициной. Им, как и вам, трудно справиться со стрессом, связанным с их работой. Это большая ответственность, когда чья-то жизнь находится в ваших руках. Знаете, а вы правы. С этой женщиной я хочу прожить свою жизнь. Значит, вы сделаете ей предложение? Пожалуй, да. Я сделаю ей предложение. Вы перестали принимать лекарства? Да. Как ваш психотерапевт должна предостеречь вас от этого? Мне пора. Всплыло слово «красивый». Красивый? Как кинозвезда. Он меня переиграл. Он правда так хорош? То слово «хорош» не катит. Понимаешь, в нем... Нет ничего утонченного, в нем нет никакой изощренности. Он самородок. Ты понимаешь меня, да? В нем нет ни страха, ни сомнения, ничего. Он такой же, как ты? Он быстрее. Он твой. Откуда такая уверенность? Я тебя хорошо знаю. Детка? Да. Выходи за меня.
Сдаюсь, сдаюсь. Начнем жить как семья. Семья? Да. Это что, шутка? Продадим домик у озера и купим дом в консервативном стиле. В Пасадене. Начнем с чистого листа. Ты серьезно об этом говоришь? Да. Да. А твоя работа? А в чем дело? Ты бросишь эту работу? Разумеется. Я ее брошу. Однозначно. Вот так просто? Так просто. Ты сказал, что с этим все. Надо закончить дело, малышка. Ты обещал мне, что бросишь. Я завяжу. Обязательно завяжу. Но после этого. Нет, так нечестно. Я не просила на мне жениться. Прости. Простить? Да. А если я скажу, чтобы ты выбирал? Не делай этого. Тебе нравится то, чем я занимаюсь? Теперь я твоя жена. А если он убьет тебя? Лили!